Всем привет, друзья! Первый рейс мой после отпуска. Выехал я из Эстонии в субботу и двигался я в сторону Норвегии уже в воскресенье. Дело было к вечеру, и вдруг 10 километров до стоянки остается. Я уже на расслабоне еду, что все, сейчас стояночка, буду отдыхать до понедельника. И хоба, загораются знаки, транспортный контроль. Нахожусь я на 18-й дороге в направлении Кристиансанда. Загоняют меня на весы, я вообще с полной уверенностью туда заезжал. Но, как оказалось, все пошло совсем не так, как я ожидал. В общем, первая сразу ось рулевая пробивает у меня на 8100. 8 тонн 100 килограмм. Допустимая норма 7 тонн 500 килограмм. Все, меня разворачивают, значит, отдельно ставят, чтобы я никому не мешал. Проверили все мои оси. У меня вот все бумаженцы выданы. Значит, я вам назову, что у меня получилось. Передняя ось у меня вышла 8100, допустимая 7500. Ведущая ось 11 тонн 200 у меня вышло, но разрешимая 11500. Это все для двухосной машины. Вот, кому-то может потом будет полезно. И значит, прицеп у меня все хорошо было, 21 тонна 200, допустимая 24 тонны. Вот и все. Из этих 600 килограмм меня задерживают, выписывают мне штраф 250 евро. Если быть точным, я вам это назову в кронах, кому интересно. 2450 крон. То есть это примерно и вышло в евриках 246 евро вышло. То есть, ну, курс почти десятка получается. Все, я сразу же вечером заплатил штраф карточкой своей. Сразу же у них терминал, все на месте я платил. Но мне нужно было устранять этот вес. То есть я не могу уехать. Я сейчас прямо нахожусь на этом контрольном плаце, я сейчас вам все покажу. Значит, пока вес не будет устранен к допустимым, мне сюда выезжать нельзя. Я, естественно, конечно же, сразу все сообщал руководству. Ну и принято было решение, естественно, все, мы остаемся до утра, потому что решать было вечером без толку. Норвегии молодцы, транспортники, сразу мне дали рекламку погрузчика. Вот. Ну, погрузчик это стоит космических денег, конечно же. Ну и все. Наступает сегодняшний вот день. Приезжает ко мне машинка на помощь. Денис, он рядом стоит. Какое мы приняли решение? Мы, вот вам груз, как он выглядел сбоку. И, собственно, вот сзади. То есть сзади место было, можно было пачку одну раскидать. Мы перегрузили одну пачку на жопу прицепа. Я поехал по весам, и у меня, в принципе, почти ничего не поменялось. Я не понимаю, почему так. То есть было 8100, стало, да, ну, немножко поменялось, 7900. Пачка сама хотя бы весит 600 килограмм. Ну, то есть роли... Большой получилось так, что не сыграло. Почему так, непонятно. И следующее, что мы сделали, это мы перецепили с ним. И он попробовал на Вольве, так как у него Вольва. Он проехал на Вольве по весам. И у него показало 7 тонн 580 килограмм. И сейчас мы ждем 16 вечера, так как в 16 только вечера приедут сюда транспортники на этот контрольный плац. И значит, он проедет по весам. Если его все скажут, все хорошо, то он поедет дальше. А я уже с его прицепом буду ждать задание, куда мне надо будет ехать. Вот весы под навесом, по которым в 16.00, когда откроются транспортники, мы проедем. Точнее, проедет Денис. Здесь стоит раритетный жук это или что это? Наверное, я точно... Да, Volkswagen. Volkswagen жук. Как видите, я расцепленный. Ну, а Денис, я говорю, что зацепился и проехал по весам. И вышла, то есть разница вышла в 400 целых килограмм. Быстренько мы с ним все перекинули. Сейчас я вам покажу, как это все мы сзади выставили. Вот таким образом мы переложили немножко на низ, немножко наверх. Также положили доски, чтобы это было удобно выгрузить. И прикрепили это дело все ремнями отдельно по пачечке, то есть... чтобы на выгрузке спокойно могли выгрузить. Все, больше, то есть, в прицеп получается. Можно, конечно, еще что-то перекинуть, но мы уже не стали. То есть, потому что, по-моему, эти 80 килограмм, то есть, у него вышло 7580 на Вольве. И эти 80 килограмм, как бы, должен быть допуск. Вот, поэтому уже транспортники нам скажут, если все хорошо, значит, все хорошо, Денис поедет дальше. Вот, вчера наблюдал картину здесь, пока стоял. Поздно вечер, ну, я так подглядывал немножко в окошко. Поляк, ну, польские номера машины,
проехал мимо, в общем, транспортников, когда они работали. Вот, и я уже начал снимать, когда он задним ходом уже сюда сдавал. И, в общем, сразу автоматически он попал на полный контроль. То есть я наблюдал, что он проехал по весам, потом его развернули и давай уже по полной шмонать. Ну, вроде бы все хорошо, ничего у него не было, просто, скорее всего, прощелкал, ехал, может, втыкал в телефон какой. Вот, и он успешно был отпущен. Ну, а меня поставили на площадку, то есть, и я здесь уже куковал. Кстати, не один стоял, стоял я с норвегом. У норвега тоже какие-то были проблемы, но я не знаю, с чем у него были проблемы, но не с весом, потому что у него был поднят вообще ленивец, то есть он ехал с небольшим каким-то весом. Вот, поэтому ждем 16:00 и посмотрим, что будет дальше. Так, ну что, минута истины. Сказали нам заезжать на весы. Поэтому Дэн сейчас стартанул взвешиваться. Все, короче, нормально прокатило. Так что смело можно завершать. Все, друзья, до новых встреч. Всем пока.